Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Куплинов в Play. Я сегодня, походу, не угадал немножко с футболкой, но ладно. Игра под названием Inside Depth 6. Возможно, до этого были другие 5 частей, а возможно, просто глубина под названием, под цифрой 6. Не знаю, короче говоря. Вот. Игра на английском, игра хоррор, игра ходишь, отзывы хорошие. Давайте посмотрим, что как, разберемся. Английский мы с тобой знаем, это без проблем. Perfectly. Perfectly is very English. Our English is perfect. Вот так вот мы знаем. Поэтому... Так, инса в глубине... внутри глубины 6 содержится... А, окей. Это эти предупреждения. Типа, ну, скримеры, флешки, вспышки. Поэтому, если боишься, если слабо, не смотри, не надо. Не смотри, надо, выключи, побереги свои нервы. Внутри это, короче, не содержит никаких функций... Почему ты не дал мне дочитать? Не содержится никаких функций сохранения, поэтому если мы просрем, то, соответственно, скорее всего, с концами. Если мы просрем где-нибудь в конце, то перепроходить мы, конечно же, этого не будем, потому что зачем? Нам же главное с тобой что? Нам главное с тобой взять инди-хоррор. Сегодня, в 1976 году, я подготовился к какой-то фиолетовой лаванде шахты до того, как я успел прочитать. Я покинул мои запасы в глубине 1 в закрытой комнате на прошлой неделе в подготовке к шахтам сегодня. Короче, фиолетовый Lavender Mine, это шахта, проверяется, короче, военными, однако здесь не останавливается ничего, что находит... Бляха. К несчастью, многие потеряли здесь своей жизни в попытках, судя по всему, исследовать, и никто не знает, что случилось, абсолютно никто. Это успел прочитать, хорошо. Короче, немного информации о шахте напечатано, поэтому надеюсь предоставить эту информацию сегодня. Давайте-ка сделаем это. Он какой-то журналист, судя по всему, или что-то там, или какой-то исследователь хочет кому-то предоставить какие-то о шахте данные. Ой, как плохо движется. Так, это пенумбра, да? 100% она. Все, смотри, нет, не работает лучшая концовка. Бай Станислав... Ой, это, кстати, знакомый человек, он делал... Не мой смысле знакомый, а знакомый вот... Где-то тоже какие-то игры такие его были. Возможно... А, подожди, это же возможно... Hold Shift to Sprint, View Additional Control, окей. Это же, типа, вроде как человек, который делает игры плюс-минус 40 минут час, которые не сохраняются, в которых много концовок и много вариантов, зависит от того, что где ты найдешь, что где ты применишь и что где ты используешь. Вроде как это он, если я ничего не путаю. Если да, то, в принципе, игра обещает быть довольно неплохой. Окей, так, Shift. Shift, чтобы бегать по пещерам. В принципе, наверное, по пещерам бегать нельзя. Я не знаю, я не спелеолог, я не разбираюсь, я не ходил, я не посещал, я не занимался. Поэтому окей, если в шахтах бегать опасно, пожалуйста, скажите мне, я в следующий раз запомню. Если нет, то... Да вряд ли, наверное. Тут же, во-первых, неровная поверхность, камни, почки. Это же все любой задел носочком, все, и блочком, соответственно, приземлился оземь. И все, лицо твое осталось на полу пещеры, а вместо лица у тебя осталось страшное. Вот такие дела. Я так понимаю, что Depth 6 это шестой этаж какой-то шахт. Шахт Майн. Это шахта же, правильно? Пещера это кейв, а шахта это майн. Поэтому Майнкрафт, а не кейвкрафт, правильно? Вот, пойдемте. Ф, нет. Ну, бляха, пещера. Ну, в принципе, здесь... А, подожди, глубина 1. Так я думал, мы уже спустились на шестую. Это мне в игре предлагается найти путь к шестой глубине и попытаться не сдохнуть по дороге, что ли? Это все смотрится очень не очень. Я сразу начну с шифта, потому что, ну, вроде как ничего особо не меняется. Просто пещеры, просто идем. Как-то некомфортно, что пол экрана занимает потолок. Ну да ладно. Пока, в принципе, мы типа на самом верху. Первый этаж, вон там небо. Значит, безопасно, значит, хорошо. Прыгать могу? Нет, не могу. Как пройти сюда? Дверь закрыта, однако... Однако замок выглядит старым и ржавым. То есть мне где-то надо найти антистарин и антиржавин для открытия этого замка. Возможно, имеется в виду большой молоток, взял, уебал, дверь открывал. Все нормально. Блин, а чего фонаря-то нет? Без фонаря вообще неудобно. Я думал, это решетки, а это двери. А. Enter. А как там, тап или что? Как посмотреть? Контроли. Интерактировать. А, инвентарь на И. F-то флешлайт. Ну так есть же флешлайт. А что не работает? И не работает. Г что-то бросить, Ф не работает. Так, ладно.
То есть ты предлагаешь мне что-то все-таки провалиться, что ли, куда-то? Это совсем страшно, это вообще не рассматривается такой вариант. А я откуда пришел? А, я вон оттуда пришел. А, мне вон туда, а я вот оттуда. Все, я понял. То есть мне специально поставили так заблаговременно палочки. Это, кстати, про этого же, если я ничего не путаю, это получится... Нет, я тогда путаю, наверное. Игра про этого, про Семена, она же была от кого? Не от него ли? Не от этого ли товарища, который сделал эту игру? Не знаю, возможно, я в Стиме просто кучей понаходил игры от данного разработчика и просто их... Просто их вот, пожалуйста, они есть. Так, ну вот по лестницам точно бегать не стоит, потому что лестница что в шахте, что в пещере, что в доме, что в квартире, что где угодно, нельзя бегать по лестницам. Это очень... И по лестнице это объект передвижения повышенной опасности. Любое неосторожное движение, чуть подвернулась лодыжка, чуть не так пальцем тапком задел, и все, и полетел, и что-нибудь себе сломал. Так, окей, есть открывающиеся ящички. Ага, плюс каска. Это my supplies, это мои, типа, эти, ну, припасы. А, и инвентарь F, ну, понятно. Left mouse, чтобы сфоткать что-то. Действительно. Так, отмычки, палочки. Это чтобы читать куда-то, кидать, и чтобы что-то светило. Так, камера экипирована на очень специальный сенсор, который замечает поблизости энергию. Если ты не знаешь, если твоя неизвестная что-то там рисует, где-то близко. Эта камера также совместима с измерителем глубины, что ли, внутрь пещеры. Не забывай, почему мы здесь. Это моя цель, сфотографировать так много картинок, как можно. Если они живые и они двигаются, я зафоткаю, короче, столько, сколько смогу. Хорошо. Так, я уже что-то сфоткал, ладно. Так, тогда мне нужно будет вот так вот. Как? О! Идеально прям попал. Прям ровно. Прям, я не знаю, может быть, это какой-то этот ГОСТ на... ГОСТ на интерфейс, что я постоянно попадаю в него нормально. Я так понимаю, подобрали отмычки, поэтому пойдемте открывать двери. Не хватает звучка немножечко, знаешь, именно какого-то этого. Не говорю, что нужен какой-то эмбиент здесь, потому что здесь пока что будет... О, прекрасно. Он будет лишним. Но... А что такое за часы-то появляются? Там часы какие-то. Unknown Force. То есть мне нужно именно фоткать какие-то неизвестные силы. Если мне нужно что-то фоткать, значит, скорее всего, это меня не нападет и это меня не убьет. Я Shift здесь сделан исключительно для того, чтобы быстрее перемещаться по пещере. Ну, потому что просто бродить по пещере скучно. Короче, знаешь, это такое чувство, что все текстурки можно взять просто и захуярить в какой-нибудь ремейк Пенумбры. Прям будет просто идеально смотреться. Use lockpick. Так, подожди, а lockpick одна осталась? Ебать, серьезно? А там тогда чего? Ну просто две двери, две отмычки, все логично, применяем, открываем, что-то собираем. Все, отмычек нет. А, они бесконечные, что ли? Набор старых отмычек. Я не очень хорошо их использую, однако я могу, вероятно, старые замки-то раскрывать. Хорошо. Так, сфоткал Unknown Force, да? Закрыто. На что? На веточке. Да что, зажигалку найти и сделать костер? Так, провалиться я не могу, хорошо. Ага, что это такое? Палка динамита, серьезно? Что сейчас случилось? Блять, просто по инерции нажал Е, что-то случилось, что не понял. А, я ключ подобрал, что ли, какой-то? Случайный ключ со сломанной с ключной... А, щелью. С оторванным, судя по всему, вот этим хуйнем под цепь. Ключ Шекста для какого-то хранилища, судя по всему. Сюда, что ли? Нет, не сюда. Ну ладно, в принципе, картина вырисовывается. Вроде более-менее все адекватно, все работает. Получили ключ, получили шашечку. Но это, скорее всего, чтобы расчистить себе путь вперед где-нибудь. Какой-нибудь завал. Но чтобы ТНТ-шашку-то активировать, наверное, надо будет зажигалку. А зажигалки пока нет. Короче, нам описали в начале в записке, что вон там внизу это номер глубины и количество метров от земли. Что-то как-то резко метр убывает, мне кажется. А, нихуя. Ну да, в принципе. Не резко, все вполне оправдано. Так, кассетка, послушать.
Итак, мое приключение начинается. Я легко поспал прямо прошлой охраняемой, и я начал описывать какую-то вот эту сиреневую... Короче, эту сиреневую шахту здесь в 1668 году. Я не думаю, что я... Уйду слишком глубоко, но достаточно глубоко, чтобы написать историю о убийце моей, которую я найду. Позвольте показать вам, что случилось. Стив, уйди нахуй. Стив в чем-то виноват, его выгнали. Да сорян, Стив, я тут ни при чем, это твои кассеты. Так, хорошо. Смотри, прошло 11 минут. А что происходит? Мне что-то форкать надо? Вот здесь внизу, короче, где депт с метры, появилась какая-то красная плесень. Я сфоткал, и красная плесень пропала. Так, смотри, 11 минут, и мы уже за это время прошли депт 2, хорошо. Мы за это время прошли обучение, мы за это прошли, время прошли одну глубину. То есть, ну... Что? Что? Четыре неисследованных силы? Это тоже игра из серии «Самый внимательный человек»? Что мне нужно сфоткать? Висит предупреждение, типа где-то рядом есть, ну, четыре аномалии. Я не вижу ни одной. Или это типа на этом уровне есть четыре аномалии? Хорошо, пойдемте искать. Как-то странно, блядь, в пещере растут елки. Шестнадцать уже? Тяжелая шапка зона. А, каску надо надеть, наверное. Хардхэд тяжелый. Опа! Опа, я зафоткал! Что такое Unknown Force? Подожди, где эта записка? Дайте прочитать. N. Нет? F. Нет, F это фонарь. Пропало. Так я ж сфоткал. Какой-то виндиган там пошел или что-то типа того. Вот эти вот, которые по пещерам раньше были людьми, потом они съели, короче, своих соплеменников и стали вот этими вот виндигами. Остановись. Зачем? Так, я сесть не могу, хорошо. Ну, неприятная шахта, на самом деле, какая-то она узенькая. Вопрос, что здесь добывали, потому что, ну, второй уровень шахты, никаких ни инструментов, ни какой-то породы, ничего такого нет. Эта игра типа на атмосферу работает, правильно я понял? Здесь можно спуститься, да, быстрый срез? Конечно. Да? Я просто куда-то туда пошел. Так, ну надеюсь, эта хуепутала меня не убьет, потому что если она меня убьет, это будет очень грустно. Игра довольно медленная. А, смотри-ка, валид капчурис 1. То есть я что-то зафоткал, хорошо. Валид это в смысле, ну, подходящее, судя по всему. То есть я уже могу показать кому-то полуголого мужика, который шастает по пещере. Мне кажется, это будет просто... Это будет просто хит, это взрыв. Это просто разъеб полный будет. Никто такого еще не делал. Никто не фоткал голых мужиков. Так, что я еще взял? Это еще одна светящаяся палочка. Ага. Так, опа. Нет? Не валит капчуры совершенно? Серьезно? Я рассказывал, что я буду находить тела в шахте, поэтому я пришел подготовленным морально. Однако мои... Что-то, короче, тоже было подготовлено. Тихая грусть, я оставался здесь, тела читал записки, которые однажды жили здесь тоже подготовлены. Что-то все были подготовлены. Так, какой-то, судя по всему, мужик, он жил здесь 40 лет назад, но тело выглядит свежим. Я начинаю чувствовать немного какую-то эту light-headed, может, какие-нибудь глюки, но я думаю, это просто шок от увиденного того, что я увидел. Окей, это про него он говорит. Хорошо. Он типа 40 лет назад здесь жил. Ну, так если он 40 лет назад здесь жил, может быть, он и дальше жил. Поэтому он типа и свежий. Только вот, пожалуйста, не ебаные пещерные лабиринты, потому что это будет просто жесть. В таких однотипных... О, подожди. Так, подожди.
Я хотел сказать, о, лифт, подожди, потом давайте сначала в ту сторону сходим, потом видел, что там нет переключалочки. А значит, без переключалочки мы туда вниз не поедем. Надо было с собой переключалку с прошлого лифта-то, собственно, забрать. Было бы гораздо логичнее. Взял и поехал. Или там просто кнопка, подожди-ка. Зачем такой, блядь, страшный звук на инвентарь поставили? Как будто что-то происходит. Он когда открывает сумку, бьет по этому, как называется, таз такой музыкальный инструмент. Хэнг-драм. Я еще ключ получил? Не забывай положить ключ обратно в лифт. And lever back in cage. Левер — это, скорее всего, рычаг, наверное, обратно в клетку. Кейдж. Причем в клетке лежит. То есть нам нужно найти какую-то клетку. Мы сейчас нашли ключ от клетки. И теперь нам нужно найти рычаг. О, кстати. Я извиняюсь за то, что я увидел. Никогда не имел вещи, которые происходят в этой, в этой области. Тестирование и чувство, как будто что-то животное всегда в ловушке, в клетке, сломало меня. И вчера я вернулся и взял, еще глубже пошел. Я слышал, я был подготовлен, но не пошел. Это только мое, только моя опция. Я извиняюсь за этот беспорядок, но, пожалуйста, позвольте мне отдохнуть где-то немножечко в безопасности. Это моя последняя... это мой последний запрос. С уважением, Джейкоб Робинс, Симптембер 28-го года. Так мы тебя будем фоткать или что? А где какой шкаф-то, я не пойму. Я, получается, на бочке в прошлый раз подобрал синенький огонечек, но я его просто не видел. А синенький огонечек — это, соответственно, ключ. Вопрос: ключ от чего? Здесь нет никаких клеток. А, так может мне здесь шашку применить? Или я могу здесь забраться? Я не понимаю, это так надо? Или это баг? Подожди, Серёга. Ну я же типа спрыгнул. Я в любом случае, если бы та же клетка была дальше там по лестнице, по которой я шел, я бы не смог ее открыть, потому что у меня не было ключа. Ебать, как сложно это выглядит, серьезно. Это нормально или что? Я прыгать не умею. Что сейчас произошло, короче, я не понял. Но здесь есть дырка. Очень неприметная дырка, между прочим. Как ее можно заметить? Ее же не видно вообще нигде. Опять появились какие-то вот эти непонятные вены. Опять что-то страшное. Он закашлял. Возможно, это какая-то... Да что ж ты будешь делать-то? Хватит пугать-то меня так. Это может быть неизвестная сила, это ее, в смысле, мощность какая-то, 28. Типа, чем ближе я к ней, тем... Тем она... Ну вот, наверное, так и работает. Нет, подожди, 28. Нет? 53, подожди, она от меня уходит или что? Я не особо понимаю, как это работает, если честно. Че? Да ты что-то запел. Так, что я подобрал? Что я подобрал? А, рычаг подобрал, окей. Надо повнимательнее смотреть. Ой. Повнимательнее надо... Да что? Где? Кого сфоткать-то? Покажись! Улыбнись, блядь, в позу встань. Сделай веселое лицо, скажи сыр там. Что? Я не понимаю, что вы от меня хотите. Мне кто-то начал петь. Кто именно, я не вижу. Дай, алло! Дай сфоткать валидную картинку мне.
Я фоткаю все. Я не знаю. Окей. Если ты не хочешь мне показываться и просто хочешь мне unknown force вот этот вот совать, то пожалуйста, я не знаю. Я, блядь, на тебя пленки столько тратить не собираюсь. Слишком дохера ты о себе возомнил. Понятно тебе, нет? Всю пленку. Че, мужик проснулся? Нет. А кто меня тогда кричит? Хей-хей, блин. А зачем так было усложнять? То есть, ручка от лифта, рычаг от лифта, запирается в хранилище, при этом ключ от хранилища кладется туда, где должен быть рычаг от лифта. Это для чего сделано? Это так по-настоящему делается или что? Зачем? Это как-то все странно выглядит, если честно. Ну окей, мы пришли уже на третью глубину. По идее, если бы я тут долго не сидел, увидел бы сразу эту дырочку, вот этот маленький проемчик. Поэтому все прошлось гораздо быстрее. Но так как я его не видел, то, соответственно, вот он. Вот так, а что-то как-то прям глубоко мы идем. Почему такой большой разлет между вторым и третьим этажом? Меня сможешь сразу на шестую просто спустить, нет? Здесь типа нет сквозного лифта, здесь, здесь приезжаешь, там уезжаешь, это как-то сложно. Чего нельзя было просто сквозной лифт через всю шахту сделать? Это, наверное, как-то технически невыполнимо, правильно? Потому что если можно было это выполнить, логично было поставить просто один... И ты представляешь, вот в доме ты живешь, блядь, в 28-этажном, например, и у тебя на каждый этаж отдельный лифт. Просто нужно доехать на второй этаж, пройти там полэтажа, доехать на третий, пройти полэтажа. И вот так вот ебанешься быстрее до лестницы дойти. Ну тогда, с другой стороны, все бы были прям это... Либо здоровые, либо с больными коленками. Одно из двух. Как тут темно стало? А если прибавить немножечко нас этот яркость? Resolution, shadow, disabled, meters, disabled. Чё, нету? Окей. Так, хорошо, что-то есть. Тёрн... А! Так, окей, нужно этот, горючее. Газ нужен. Ага, это мы никуда не уедем, пока не включим. Понято. На каждом этаже появляется отдельная определенная загадка. Там нужно было найти рычаг. Здесь нужно, соответственно, найти топливо. Это я открыл дверь, правильно? Вот эту вот большую железную, да. Она не опустится? Я просто даже как-то... Вроде она же с дырками прочная, по ней можно было спокойно перелезть, нет? То есть она все-таки опустится. За мной кто-то побежит, и я должен был вот в панике крутить колесо. Хорошо. Это мы разгадали, мы поняли, к этому готовимся. Готовься к этому. К этому внимательно готовься и смотри по сторонам. Если я пропущу очередную дырку, то это будет беда. Бля, ну опять начинаются сраные вот эти вот непонятные лабиринты. Solid leg? Что? А, нет. А, ну да. С помощью замочка закрыта, поэтому отмычка здесь никак не прокатит. Хорошо, запомнили, там был еще путь куда-то. Я не могу открыть эту дверь с этой стороны. Зачем? Что за Dark Souls пошел? Это типа короткий путь срез. Хорошо. Это третья, подожди, это третья глубина. Потом будет четвертая глубина, потом пятая, а потом только шестая. Игра на плюс-минус час. Окей. Я думаю, что мы сможем. Блять, ну... Так, ладно, запомним. От дорожки потом налево. Продолжить путь. Да что хей-то? Кто ты? Где хей? Что ты мне хейкаешь? Где ты? Бля, как много ходов.
Спасибо за записку, Морис. А все, что здесь, немножко проблемы какие-то. Новости приходят больше и больше агрессивные. Какие-то пальцы, какая-то шахта. Достаточно людей пропали в начале. Искали, потом они... К несчастью, мы знаем, что вверх... Верх охраны, так поэтому в случае, когда мы можем сделать никого, мы можем войти. А что так сложно здесь написано? Непонятно. Блять, как это убирать-то? Волков. А, отойди. Отойди, чтобы закрыть записку. Понял. Значит, в нижние этажи управляются нормально. Популяция под контролем, и мы верим, что у нас есть уровни красного, которые нам требуются. Пожалуйста, продолжите приключение внутрь шахты. Просто в случае нам потребуется дополнительный красный. Отчет назад принеси мне в конце этой недели с полным отчетом о конструкциях. Не забывай свою маску. Хорошо. Здесь какой... А, подожди, нам же нужен газ. Возможно, мы газ будем набирать с помощью какого-нибудь мешка. Так, 5. Что значит 5? Туго закрыт. 5. Ну, 5. А, еще проходы, ёпт. Нет, тупик. Так, ладно, 5. Это пароль какой-то? 5 это тугой. Это два ключевых слова, которые есть на этом шкафу. Запомним. Запомним, возможно, пригодится. Как кто кричит-то мне постоянно? Хей-хей, вот это где было сейчас? Так, нам налево от досок, да. Вроде вот такие лабиринты, они пока не сложны. Но когда будет более сеть распространенная, это будет сложнее. Так, мои вот какие-то, наверное, эти глюки стали реальными. Я нашел некоторые вещи, я прочитал некоторые вещи, которые сказали, что я не выберусь наружу. Даже если я достигну своей цели, я will get shot down. Короче, меня убьют военные, вот эти, что ли, охранники здесь местные, что легко получить, легко зайти, но невозможно выйти из этой шахты. Эти... Эти уроды, что-то мне устроит какой-то ад. Короче, я ухожу. Если ты это слушаешь, спасибо тебе. Он уходит, допустим. А, вот, кстати, для замка. А я думал, нужно найти ключ. Может, постоянно здесь... Короче, здесь, судя по всему, есть какая-то военная охрана, которая эту шахту охраняет от чего-то. Что за звук пошел? Этого не было. А кто это наделал? Кто это наставлял, пока меня здесь не было? Тот мужик, который меня кричит постоянно? Так, ну я если что, готов фоткать. У меня всегда наготове. А эти картинки неподходящие, что они появились? Блять, мужик! Ты чё? Ты на другом этаже должен быть! Не делай так больше никогда, понял? Как это он так просочился сюда? У него, у него свой собственный лифт есть, судя по всему. Ой, что-то в живот немножечко дало. Но игрушка такая, нагнетающая атмосферу. Не особо она как-то сильно по... Не прям, чтобы так сильно пугало, но скример был внезапный, согласен. Да ты достал-то херней! Кого фоткать? Где, блядь? Нет никого! Я уже в ледяной воде по яйца, сейчас все отморозится. Холодно ему, видишь?
зачем я сюда иду? Здесь же тупик. Что за мучение? Блин, здесь бегать нельзя. Может, неизвестная сила не обязательно должна попадаться в кадр? Но я могу ее просто фоткать всегда. Короче, проваливающийся мужик из потолка — это типа нормальная известная сила, да? Я не понимаю, что это значит. В прошлый раз был мужик голый, он ушел. Фотка, пожалуйста, сработала, все нормально. Сейчас ничего не работает. Так, окей, бензин. Бензин взял, фотку дай. Чё ты кряхтишь-то? Опять что-то. Что? Хочешь найти скрибер? Скрибера нет. Не хочешь искать? Пожалуйста, будет. Я пришел отсюда секунду назад. И уже завалили, да? Ну ладно. Чё ты кряхтишь-то? Все уже обсох, нормально. Вот опять. Это, может быть, его какие-то эти, ну, болезни. Нахера он больной попёрся в шахту? С какой, блядь, целью, если ты болеешь? Зачем ты там попёрся? У тебя и так кашель, у тебя и так кровав... О! Вот! Вот! Третья картинка! У меня динамит с собой. Я тебе, блядь, ответственно заявляю, у меня с собой динамит. Дай превьюшку. Это было вырублено только что. Я чувствую легкую смерть, поэтому возьму чувства эти. Сенсация выглядит, как будто я получил сильнее и сильнее. Надеюсь, в воздухе давление или глубина. А, все, окей, он, судя по всему, думает, что это глюки, и надеется, что это из-за того, что он внутри. Давление воздуха, глубина. Подожди-ка, я не был атакован? Я мертв? Я никогда теперь снова не проснусь? Ну, блин, он упал в ледяную воду. У него паника, у него шок, у него стресс. Естественно, им будет казаться всякая хуйня. Нет, смотри, он живой. Он живой, но где он? Газ-то у меня есть? Газ есть. А, деревянная планка. Я пытаюсь высмотреть на ней ключ, а ключа нет. Ну его типа поймали, куда-то скинули. Золотая монета. И еще палка динамита. Хорошо. Че, I don't understand how such... Я не понимаю, как такое высокое дерево может срасти в этом окружении, он говорит. Я вообще как-то мне странно осознавать, что здесь куча деревьев есть. Внимание, адская дыра. Они повернули нас... А, они превратили нас в ёбаных монстров, помогите. Кто они? Здесь какие-то испытания проходят или что? Надо было, наверное, сначала сходить туда. Здесь же логично, что это, наверное, выход. Ёбаные загадки. Да, смотри-ка, ну. Возможно, какой-то секретный секрет. Или какой-нибудь быстрый выход. Адская дыра! Я, блядь, на глубину ушел! В игре не было адской глубины. Были глубины 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зачем я пришел в адскую глубину? Не работает. Здрасте. Хоть тут забыл. Короче, какое-то колесо проебано. Нужно найти запчасть. Так подожди, это неправильно получается? Так, кукла висит. Еще одна кукла висит. Там сидит медведь, а здесь висят куклы.
Это чьи-то камеры, что ли, или это такие жилые помещения? Все сошли с ума здесь вокруг, и какая-то кровь. Они думают, что пить кровь сделает их суперлюдьми, что вампиры здесь внизу или что-то типа того. День первый, как я здесь. Очень холодные тоннели с чувством клаустрофобии. Я уверен, это не так плохо в людей, которые... Не так плохо, как люди, которые здесь живут. Ну, смотри, ну, виндиги, они же жрут людей своих и превращаются в супер-типа людей, которые дальше продолжают жрать людей. Так, а критерии отбора? Имя, пол, возраст, цвет волос, раса, цвет глаз, рост, вес, физические показатели, IQ, принять, отклонить. Это ты сам на себя анкету заполняешь? Типа, не принимайте меня, отпустите меня назад. Кто-то идет. Ты что, еще детей растили? Так, еще палочка. Я не понимаю, у нас 3 палки динамита. Почему ни одной из них не пригрозил, чтобы нас не брали? Это кто-то за мной, что ли, идет? Так, а вот эти и колесо, хорошо. Это какой-то, получается, доп. Уровень, что ли, или как? Он, типа, возможно, был секретным, потому что можно было спокойно выбраться наружу, наверх. Но я, блядь, попёрся сюда. Я думал... А, подожди, а бегущего я тоже сфоткал. Он был, типа, 3-м, потому что, смотри, картинки-то подходящие. 3 у меня уже. Я так понимаю, что это какой-то доп. Уровень, но я пошел сюда, потому что... Блядь. Я пошел сюда, потому что думал, что я сейчас дойду до верха, мне там что-то не хватит, нужно будет идти вниз. Если б я знал, что здесь что-то такое, я бы не пошел. Все же логично, что нужно сразу было идти наверх, где безопасно. С первого же непонятного случая нужно было хуярить наверх. Зачем это сделали? Зачем он пошел куда-то? Так, как это включить? А, я думал, я сейчас поеду куда-то этим. Нахуя так усложнять? Почему бы не просто не оставить мост навсегда? Обычно мосты убирают или сдвигают, когда они чему-то мешают. Например, там кораблику проплыть. Или еще как-то. Так, в принципе, больше их не убирают, только кораблику проплыть мешает. Еще корабли плавают. Ебать, тут темно. Очень плохо, что нельзя настроить яркость. Я бы прибавил с удовольствием. Ее ж тут точно нет? Это на весь экран, это разрешение, текстуры, тени, синхронизация, инвертировать. Это в чем измерять глубину, а это показывать FPS в игре. Нету яркости. Блять, побежали, что-то катится, походу, быстрее. Опять прыгать? Че-то как-то подозрительно. Ладно. Вообще ни пизды не... Опять прыгать? А, сюда нельзя, окей. Я думал, здесь дно, а здесь нет дна. Вот бывают же люди, вот лезут, блядь, куда-то. Что-то им надо, зачем? Вот, ну я понимаю, там группы собирают, специализированные, не знаю, с охраной, с какими-то средствами самообороны.
Ну один, чувак, нахуй ты полез, скажи, пожалуйста. Прекрасно же тебе было известно, что до этого здесь пропадали люди. Никто не знает, почему, и ни одного из них не нашли. Куда ты лезешь один? Почему ты думаешь, что ты лучше остальных? Почему ты думаешь, что с тобой ничего не произойдет? Похоже, я не сделаю здесь срез. Если ты найдешь эту записку, и ты в этой ячейке, дерись, борись, не позволяй им забрать тебя. Они сказали, что им нужна моя кровь, и это очень важно. Это какая-то великая цель. Но не покупайся на любую хуйню. Продолжай сражаться. Не позволяй себя одурачить их тьмой или как-то так. Вот есть иногда записки, прям просто нахуй, как по-русски прочитал. А есть записки с хуй пойми какими словами, которые вообще невозможно распознать. Чё нельзя все записки писать правильными, простыми словами? Просто, ну, лёгенькие словечки понаписал, да и всё. Так, ну, логично, что нужно идти наверх, но мы же пойдём вниз, конечно, нам же всех больше надо, естественно. Все так к солнцу тянутся, и растения, и человек, и всё что угодно. А он, дурачок, блядь, в пещеру лезет. Ну, это его дело. Ему здесь по башке это настучат, не нам с тобой. Мы, конечно, попробуем эту стучку по башке предотвратить. Так, отсутствует колесо, вентиль. Ай, блядь! На! Ты что, дурак, что ли? Вот это скрэм сейчас был неплохой. Ебать, сосредотачиваешься на одном, а тебе бьют совсем с другого места. Отлично, прекрасно. Ай, хорошо. На, нормально, пойдем. Собака, блядь. Здесь именно поэтому, знаешь, все, как бы, ну, поле зрения, оно примерно в середине экрана, все остальное потолок. Чтобы это все, вся игра сделана для этого скримера. Чтобы потом внезапно просто тебе, блядь, сверху прилетела какая-то херня в лоб. Ой, блядь. Ладно. Это хороший скример, не поспоришь. А главное, да что? Ну, вот лежат мужики. Вот, лежат мужики. А! Успел! Куда пошел? Подожди, а он ушел наверх? А, все. Там просто был путь еще наверх. Я же говорил про него, что это логично сходить бы наверх. Опять мужик? Свидание. Можно резко закрыть? Вух, прям вот так вот закрылось и все. И я в безопасности. По крайней мере, от полуголых мужиков. Блядь, хоть на превьюшку-то была, нет? Была превьюшка, пока я смотрел на этого, там на втором в глубине на мужика, который висел. Пока я искал, что делать. Можно оттуда превьюшку взять. Что, не удивляйтесь, что этого кадра вы не видели. Просто этот кадр был там, где я вырезал. Я не думал, что в этой игре так много скримеров. Я думал, она чисто по атмосферке походить. А здесь прям скример на скримере. О, кстати, третья глубина. Или подожди, у нас Хелл этот тоже на третьей глубине был? Я прям не обратил внимания. Ебать, уже 1000 метров внизу. Какой же херовый фонарь? Ну хотя, с другой стороны, логично. Он же вперед-то в темноту что будет светить? Ну хотя, тут же не так темно, как кажется. Здесь же есть за что зацепиться лучу. Хотя бы боковые, что стенки посильнее бы как-то подсвечивали. Вот эти переходы. Я не знаю, вот я не знаю, что с тобой случится, если здесь будет скример. У меня просто есть вариант, что ничего не случится, а есть вариант, что... Бля, не успел. А есть вариант, что мне будет страшно сильно. Так, почему-то пещера покосилась. Или у нас уже в мозгу просто главный герой пиздец происходит полный. Мне кажется, второе.
Это все-таки вот эти все галлюцинации, это давление. Здесь, наверное, воздуха не хватает, кислорода мало. Колодец, блядь, посреди пещеры. Но это же всегда так. Всегда в каждой шахте есть колодец, в который, блядь, люди... Ага. Да, блядь, не пугай меня этими звуками! Еще после этого всегда инвентарь открывался, чтобы вообще страшно было. Вот тогда была жопа. Я не знаю, мне кажется, что вот когда появляется вот этот вот Unknown Force, там нужно искать где-то какую-то аномалию. Но в сарае я искал. Там, где нам первый раз перегородили путь, я тоже искал. Их там не было. Хотя потом они были впереди. Но может быть они сейчас впереди появятся. Так, а я что? А я же за бензином ходил. Бензин-то вы нашли, все нормально. Сейчас поедем дальше на четвертый уровень. Мне кажется, все-таки можно было не заходить в этот Hell Cell, как он там назывался. И просто спокойно пройти было наверх, и мы бы уже были на четвертом уровне. Так, окей, что-то знакомое. Шахты, кассеты и фонари. Все осталось идти... Остается только идти ниже. Я не стрелял, когда получил какие-то страдания, но я был встречен в хостеле мужиками с большими пушками, которые на меня наставили. Сказали мне возвращаться назад. Что-то там отклонилось. Но я уверен, я... Но я уверен, что бы помер, если бы сделал бы это. Я потерял слова, я не знал, что сказать. Мой мир перевернулся буквально и фигурально. Я надеюсь, у меня есть какая-то ментальная атака прямо сейчас. Вот сложные какие-то, вот эти сложные выражения непонятные. Ему, судя по всему, их предупреждали, что вам нехуя сюда идти. Вам незачем туда ходить. Вам нечего совершенно... Вам совершенно нечего там делать. Но они прутся и А как же лифт? А, это возможно, если бы я пошел все-таки опять-таки наверх, я пришел с горючим к лифту, к этому, нет? Пока вообще ничего не понятно. Мне кажется, с такими темпами пойдет, эта игра будет довольно длинной. Но в ней нет никаких сохранений, поэтому ее нельзя просто так сейчас взять и закрыть. Ну вот все. Вот все, вот об этом я тебе и говорил. Начались... А, нет, смотри-ка. О, это, кстати, для того, чтобы шашку подорвать. X3 TNT есть. 3 стикс. Scheduled detonation. Запланирована детонация на 27 апреля. Detonate the TNT is the solid. За дверью встать, что ли, куда-то сходить? Как я внезапно нашел то, что нужно взорвать. Не зря я все это время искал шашки. Ну, бляха, ну обосраться. Ну, это прям... Это прям лабиринт-лабиринт. Не такой, конечно, страшный. Это я нажал взорвать динамит, если что. А это скример, который я не успел сфоткать. Что это за хуйня? Я клянусь, кто-то был прям позади меня. Yeah.
Нет, ну это понятно, здесь понятен монстр. Монстр сам знаком, монстр сам известен. Это люди, которые жрут людей. Так, а зачем я взрывал динамит, если я теперь не понимаю, куда я иду? Надо же было вернуться к нему, нет? Или это очередные развилки в концовках? Просто вот эта дорога с этими поворотами явно никак к динамиту не ведет. Нет, не ведет. Это другое место вообще. Куда я, блядь, пришел? Золотая монета и какое-то устройство. 86 радиации появилось. Это что значит? Это радиоактивное устройство? У меня нет такого устройства в инвентаре. Я сейчас назад бегу или что? Может быть, надо было вот эти... О! Ага. Может быть, надо было эти палочки разбрасывать, чтобы дорогу не потерять. Хотя, в принципе, более-менее... Здесь нет, получается, лабиринта. Здесь просто несколько ходов, и все они по небольшому кругу заделаны. Ну, с этой глубиной мы справляемся довольно быстро. Топор. Команда спасения. А зачем мне топор? И почему у меня 88 радиаций уже накопилось? Топором надо вскрывать ту дверь? Так, ебать, то тут тупики есть. Да я хотел ударить по столбу, проверить топор. Это на время сейчас задание или что? А нахуя вообще топор-то заложили? Взяли огромными камнями, заложили топор, что пришлось все взрывать. Может, это надо порубить? Как у меня получилось с первого раза пройти все не в тупики? А теперь я зачем-то хожу по тупикам. У меня 89. Я, судя по всему, не успею, и сейчас будет гамовер. Но здесь топор нелогично применять, здесь же какая-то железная дверь. Multiply bolts. Ну, multiply это типа множ... А... И? А, это по всему зданию надо рычаги, что ли, искать? Это ж нужно было на них внимание, что ли, обратить? Так, ну 90, я не успеваю. Ну, я более-менее выучил, конечно, вроде... За... Что? А, это монет... Я думал, это пробки у бочки. Ну, типа, горлышко, а это монетки. То есть нам нужно найти еще два рычага. Какие-то опознавательные знаки у этих рычагов есть, кроме того, что это сам рычаг? Их не так-то легко заметить. Я, блядь, около двери ты его не заметил. А, вот еще один рычаг. А, так это рычаг, получается. Я думал, это просто лампа такая. Блядь, в натуре рычаг. Окей. Так, и еще один рычаг. У нас прямо на входе, на развилке между дорогой к двери и дорогой к динамиту, была еще одна лампа. Возможно, рычаг там. Вот тут где-то была лампа, не? Что это за озвучка такая? Бля, начинается. Это прям вот так вот происходит сейчас. Отъебись. Хватит, музыкант. Так, 92. Ну я так понимаю, что я успеть-то должен. Да хватит там стучать-то! Неприятно, прекрати. Во, я про эту... Нет, здесь нет рычага. Так, ладно, здесь тупик. Может быть, рычаг был там, где мы достали топор?
Бля, реально, они замуровали топор, может, он проклятый. Ну, нельзя же просто так взять и замуровать топор, значит, он реально страшный. И, может быть, топор нужно использовать туда, где нет палки, просто вставим вместо рычага. Ну, как вариант. Просто последнее примечательное место — это здесь. Больше ничего такого, что за что цепляет... А, ну да. Ничего такого, просто больше за что цепляется глаз, здесь нет. Я прогулялся два раза туда-сюда и уже примерно понимаю расположение всего здесь. Какой вроде, с одной стороны, сложный, с другой стороны, несложный этот, как его, лабиринт. А для чего же мне топор? Сражаться, защищаться? Что за разрезы? Так, а может быть, Марс, Уран, Луна, Земля? Шесть монеток за этот. Блять, Марс, Уран, Луна. Это что это значит? Марс это какая? Четвертая, Земля третья. Третья, восьмая. Ой, третья. Ноль. И какой, блядь, здесь может быть пароль? Ну-ка, давай, Марс, Уран, сейчас этот. Луна, я так понимаю, это ноль, потому что... А, я неправильно набрал. Так, ладно, Марс. Смотри, Марс. Марс. Планета. Четвертая по удаленности. Так, хорошо, четыре. Уран. Смотрим. Мы сейчас не успеем так. Уран. Седьмая. Так, 4703. Поехали. 4703. Земля. Земля, давай, допустим. Земля, третья же планета. Третья, ну и что? 4703. 4703. Хуй-то там. А больше логичнее здесь ничего нет. Просто Луна это не планета, поэтому как бы и ноль. Ой, блядь. Здравствуйте. Да ты слишком сильно светишься. Чё, холд? А, холд, чтобы потихоньку у него ключ спиздить. Ну не кричи, не кричи. Я очень просто аккуратно забираю у тебя ключ. Ты же ничего не замечаешь, а я вообще ничего не делаю. Все правильно. А почему он такой невнимательный, мне интересно? Это, да, я тебе пройду, не мешайся нахуй. Иди лучше сейф мне подскажи, как открыть. Стоит он, дурачок. Бля, он 98, походу конец. А ты всегда восхищаешь, как много деревьев в космосе. Да как много, блядь, я тебе так и говорил. Это по расположению... По расположению планет. Я набрал по расположению планет. Что тебя не устроило, я не знаю. Так, и нужно бежать, потому что у меня 99%. Бля, быстрее, пожалуйста. У меня 99%, я не буду читать эту записку. Я просто не успею. Успел! Я думал, это сейф. А это турбина. Все, больше не накопится грязь. Или это воду отсасывать? Подожди, я сейчас не буду читать, я либо успею, либо нет. Меня в воду не пускало вниз. Я реально, я так понял, что это нужно порядковый номер планет. По очереди. Луна не планета, поэтому ноль. Бля, ну у меня 100 заражения, все, конец. Но при этом он еще жив. Глубина 5? А чё заражение-то 100? Это типа в любом случае, даже если ты и выберешься, то тебе пиздец.
Но это так себе звучит, на самом деле. Я так понимаю, что это видео надо будет на 2 делить, потому что сейчас уже минута 1:07. Плюс там, минус сколько-то я пробегал, но у нас еще две ключевые глубины. 5-я и 6-я это самые большие. То есть где-то, наверное, в моменте отъеба по голове нужно будет разрезать. И продолжать день стал. Но у меня 101%. Все, окей, дальше пошли. То есть это не так страшно, как могло бы показаться. Мне нужно вообще-то встать размяться, конечно, потому что нельзя так долго сидеть. Окей. Глубина номер 5. Все в воде, все сыро, все влажно, все отвратительно выглядит. А, забыл запись включить. Я, если что, просто от лифта отошел 10 метров. А, у меня почему-то копится этот, как его, вон, 114 уже, хотя я на паузе был. Я отходил, разминался, я ставил игру на паузу, а это почему-то до сих пор продолжалось. Короче, глубина 5. Я прям заметил глубину 5, решил посмотреть на записи, она не идет. Она не идет, а теперь идет, окей. Это хорошо, что я вспомнил посмотреть буквально после того, как сел. Я прошел от лифта, вот, ну реально, 10 метров. Ничего в это время не случилось. Блин, было бы неплохо, если бы остальные глубины были без развилок. Просто дойти вперед, просто посмотреть, что будет, не входить. А у меня есть варианты. Я назад подняться не могу, я тут падал, что-то прыгать. Это все тут нельзя. Извините, но мне некуда больше идти, поэтому я зайду, окей? Двери какие-то солидные поставили, блядь, внутри. Внутри шахты просто стоят солидные двери. Ой, как много дверей. И ведь не жалко было позади тебя. Опа! Попался, сука, попался! Сбежал, смотри. Я его сфоткал, он сбежал. То есть, получается, фотоаппарат или звук его щелчка работает как отпугивающее средство от этих дурачков. Блядь, уже по колено воды, по яйца воды. Больно, холодно. Да что ж ты будешь делать-то? Ой. Я хотел попробовать, это так мой сильный фонарь светит, оказывается, да. А нахрен так много дверей-то? Это ж так неудобно. А если еще в каждой двери вставить замок? Для каждой двери отдельный ключ. Че ебанешься? Пока открываешь все двери, от старости умрешь. Да я иду! Ну, хелп. Я, блядь, к тебе уже на... 15 уже лифтов к тебе пришел. Кто ты там? Что ты кричишь? Я не понимаю. Надо было кассету все-таки там прочитать, потому что, я так понимаю, смысл-то ноль. Что мы ее не прочитали. У нас так до сих пор эта радиация идет. 20. 5, 20. Окей, запомнили. Ургент. Вещи, которые начали здесь происходить... Вещи, которые начали выходить из-под контроля. Я не могу порядок здесь, пока я что-то тут делал, держал более 50 людей в день. Они начинали карабкаться через двери и с пушками, и начали быть менее эффективными. Я запрашиваю помощь. Я должен что-то тут перекрыть, переделать. Подожди, может быть, 5,20 это количество монеток? Или количество шашек динамитных, которые нужно было собрать? А если ты до сих пор здесь со мной, спасибо тебе. Я счастлив продолжать мою историю. Я не знаю, я устал. Начинается дождь, я думаю, это начинается... что-то здесь какой-то сложный флут внизу. Я думаю, ты знаешь. Мужик, я просто хочу... что-то бьет посреди. Смотри, что происходит. Я не... Я не делаю, если я делаю чувство... Бля, я не понимаю. Я не понимаю свои чувства прямо сейчас, но прямо сейчас... Right now. В чем разница между right now и just now? Это что-то продолжается. Это не заканчивается, это продолжается. Ты думаешь, это конец, но это идет. Ты понимаешь? Я нет. Я уже перестал понимать. Может быть, это записки в стиле «поехал головой», поэтому здесь так как-то все странно повторяется. Просто, ну, вполне вероятно, что это так и есть. Что-то секретное опять, смотри, горит. Что это? А. Большая деревяшка, хорошо. Планка — это доска, получается.
И зачем она мне? И не понимаю, реально, здесь что-то происходило страшное, или здесь просто был какой-то шахтерский городок? Потом их не начали друг друга жрать, и пошел пиздец. 08:16. Ну, пойдем посередине. Закрыто. Дверь 0 открыта, хорошо. Подожди, а 16? А 16 не работает. И 8 теперь не работает. Ну ладно. Все! Зашли в дверь номер 0. Вариантов больше нет. Скорее всего, доску мы подобрали именно для вот этого, да? Я уж думал, еще один лифт. Какие-то странные тут строения, блин. Зачем так сложно? Опять музыкант. Опять музыканты. Посмотри, опять он щелкает себе по щекам. Хорошая прогулка смерти наблюдает через всех или через этих людей, делает их последнюю прогулку в шестую глубину. Много каких-то криков, делают какие-то беспокойства, структуры могут коллапсировать, пойти пиздой в любую секунду. Я не знаю, чувствуешь ли ты плохое вокруг этого всего. Я думаю, это начинается или звучит что-то с другой стороны. Блин, почему нет перевода? Ну хотя бы, ну чуть-чуть бы, ну вот прям... Тут, конечно, все более-менее понятно, но вот прям... Тихо. Седьмой. Седьмой товарищ, спокойно, седьмой товарищ. Главное вовремя сфоткать. В любой, наверное, в страшной опасной ситуации нужно нажимать левую кнопку мыши, чтобы сфоткать. Нам нужны валидные капчуры, чтобы доказать кому-то что-то. Ой, заебись, я практически забыл, что я хотел сказать. Ха-ха, упс. Ну все, он поехал головой, это 100%. Шестая глубина, так сразу? А это неплохо. Это хорошо. Так, у нас сколько там было? 1:07? Сейчас прошло еще 6 минут. Ну и, допустим, ну, минут 15 максимум, я думаю, на шестую глубину. То есть 6 плюс 15, 21, минус 21. Ну да, ну две серии по 40 минут, очень даже неплохо. А может быть, одна на 1:20. Я не знаю, разберемся. Просто на самом деле такие игры-то, наверное, лучше не делить. Я не знаю, посмотрим, сколько будет. Если будет больше часа 10, да хотя в любом случае, наверное, будет больше часа 10. То я ее не буду. Если будет больше часа 10, то я поделю. Если не будет, то я не поделю. Так, окей, ржавая вода. Ой, блядь. А многие были убиты. Молодые, старые, слабые, здоровые. Вся эта кровь их, шахта, это все и все наше. В порядке, я имею подтвердить эти преступления, которые здесь на шестой глубине взял их жизнь этих людей. Эти люди, кто пришел внутрь пещеры и что-то воспряли в этой шахте. Посмотри на это дерево, это корни вглубь через всю пещеру, наверное, кровь сотен людей. Они ожидали случившегося. Они не ожидали случившегося. Корни начали что-то с газом делать. Твои психологические и ментальные способности были улучшены. Что-то там. Этот факт мы разговаривали, продолжали маленькие... Explanation... Что? Физически я был, но ментально я не изменился, поэтому я решил отдохнуть. Мои дни здесь с очень жизнями я забрал. Если ты проведешь достаточно времени в этих шахтах, пожалуйста, не борись с ними. Отдохни и позволь событиям случиться. Я уверен, я скоро выберу.
Я не, не достиг своей цели. Я почувствовал мое тело слишком тяжелым. И я что-то все это время просрал. Я могу почувствовать все из этого, но я не могу контролировать ничего из этого. Я потерял все-все. Однажды шахта зацементируется, и все секреты шахты навсегда будут потеряны. А, уже зацементировали. Я никогда не найду выход из этой трагедии. Надеюсь, это лучший путь. Конец. Достигни концовки один. Достиг. Ну окей, значит, не будем это видео делить. Я почему-то подумал, здесь как-то одна из трех концовок. 82 минуты я проиграл. 7 картинок собрал. 4 динамитных палки, 5 монеток. Кровавое что-то найдено. И пасхалки найдены. Окей, ничего не найдено, ничего не достигнуто. Ну да. Судя по всему, от Семен-то у нас, который был этим рабочим нашим дурачком, это тоже от этого разработчика. Окей. Спасибо за игру. Спасибо за завершение. Хорошо, спасибо. Вот прям нравится товарищу Станиславу Тручевски, он же Стэн в скобках, создавать вот эти многоконцовочные игры. Такая игра была, конечно, страшно временами. Вот эти вот скримеры внезапные были, это хорошие. Но, не знаю, как-то... Вот если еще была игра про дом, в которой тоже было несколько концовок, если это тоже от этого, то там как-то было более разнообразно, что ли, и как-то... Не знаю, я бы вот эту игру не захотел бы перепроходить ради другой концовки, потому что она слишком одинаковая везде. Везде эти какие-то глубины, максимум что-то отличается, какие-то по дорожкам, по другим походить. Как-то вот так, скорее всего. Ну ладно, в принципе, игра-то неплохая, да и стоит она 130, по-моему, 3 рубля, что ли, что-то вроде того. На этом мы закончим. Ссылка на плейлист остальные медиахоры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, нажмите про колокольчик, дайте там все уведомления. Всем до следующей игрушки, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.